Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Советского информбюро. Эта фраза, звучавшая из радиоприемников, заставляла замереть и ловить каждое слово. Так, в самое тяжелое для страны время, начинали все сообщения о войне. Новости записывали, раздавали соседям и знакомым. Слушали на улице и на работе, собираясь у радиоточек. Миллионы людей узнавали из сводок Совинформбюро о положении на фронтах, и зачастую именно благодаря им находили в себе силы делать все для фронта, все для победы. Совинформбюро начало вещать 24 июня 1941 года, всего через два дня после начала Великой Отечественной войны. На него были возложены функции освещения международных событий и внутренней жизни СССР в печати и по радио, организации контрпропаганды, освещение военных действий на фронтах, составление и опубликование военных сводок. Необходимо было в кратчайшие сроки дать возможность жителям страны и зарубежным слушателям получать информацию об обстановке на всех фронтах, разъяснять цели Москвы, а главное – вселять в людей веру в то, что враг будет разгромлен. В структуру Совинформбюро вошли военные, международные и литературные отделы. В 1942 году к ним добавились отдел контрпропаганды, внутренней жизни и печати. В каждом работало по 8 человек. Самым многочисленным был секретариат – 23 человека. В Совинформбюро пришли работать писатели, публицисты и журналисты. В их числе Валентин Катаев и Леонид Леонов, Александр Фадеев и Константин Симонов, Алексей Толстой и Корней Чуковский. Писал для Совинформбюро Михаил Шолохов, будущий лауреат Нобелевской премии. И это была самая настоящая фронтовая, а не кабинетная правда о войне. На передовую ездили Александр Фадеев, Евгений Петров, другие мастера слова. В 1942 году самолет, в котором летел Евгений Петров, был сбит немецким истребителем под Ростовом. Писатель погиб. Одним из главных авторов Совинформбюро был Константин Симонов. С первых дней войны он занял место в строю. Пожалуй, не было такого участка на фронте от севера до юга, где бы он ни побывал. Симонов был награжден медалями за оборону Москвы, Одессы, Кавказа, Сталинграда. И, конечно, сводки с фронтов нельзя представить без Юрия Левитана. В годы войны его голос стал настоящим символом справедливости, силы и веры в великую победу. Юрий Левитан был и остается уникальным явлением в истории всего мирового вещания. За 4 года Великой Отечественной войны Левитан прочитал более 120 экстренных сообщений, десятки приказов Верховного Главнокомандующего и заявлений правительства, более 2000 фронтовых сводок. В переломный период военного лихолетия он стал поистине человеком-легендой. Осенью 1941 года его эвакуировали в Свердловск, а весной 1943 года в Куйбышев. Это нужно было для того, чтобы обеспечить безопасность и бесперебойный выход в эфир. Все происходило в условиях строжайшей секретности, а информация о перемещениях легендарного диктора была полностью рассекречена лишь спустя четверть века после окончания войны. Великая победа складывалась из разных элементов. Это и боевые действия на фронтах, и работа тыла, и партизанское движение, и дипломатические усилия. В этом ряду информационное поле боя занимало достойное, а иногда и ключевое место. И эту битву Советский Союз также выиграл. Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков.
Советского информбюро.